Раз речь зашла за считыватели, давайте поговорим про стандарты подключения считывателей к контроллерам. Их существует несколько, но есть и самые распространенные наподобие NVIFA в видеонаблюдении. Стандарты подключения могут быть классические Touch Memory, есть всеми знакомый протокол Wigand, он есть разных вариантов, 26, 34 и так далее. Есть протоколы RS-232, 485, 422, ну и любые другие промышленные сетевые протоколы. Есть вариант подключения по USB, есть беспроводные, например, Bluetooth. Но самый распространенный, конечно же, это Wigand. Основные преимущества этого стандарта, конечно же, это унификация. Это и есть его основной плюс. Такой считыватель можно подключить к любому контроллеру. Нам нужно лишь, чтобы и у считывателя, и у контроллера был правильно выбран протокол. Ну и здесь у нас такой же. Используют 4 провода, плюс-минус, дата 0, дата 1. Можно использовать дополнительные провода для звуковой индикации, для световой, но протокол передачи использует именно 4 провода. Тогда мы не ограничены производителем каких-то считывателей или контроллеров. Завтра может выйти какая-то интересная модель у другого производителя, и с помощью протокола Wigand мы можем подключить. Я бы лишь отметил одну особенность, что если вы используете, например, протокол Wigand 26, то с таким протоколом карты MIFIR работать будут неправильно. Это обусловлено тем, что число 26 говорит нам, какое количество бит система может передать. Поэтому, если мы используем карты MIFIR, нам необходимо использовать Wigand 34. Это можно запомнить. Еще одним плюсом протокола Wigand я бы назвал дальность передачи данных. Она достигает 100 метров. В рамках небольшого офиса мы можем растянуть считыватели на достаточном расстоянии от контроллера, и при этом данные не будут теряться. Но есть здесь и минус определенный. Учитывая, что протокол передачи данных не подразумевает какого-то контроля со стороны контроллера относительно считывателя, мы можем заменить считыватель, и контроллер об этом не узнает, а можем и вклиниться где-то посередине и передавать свои какие-то коды. Это все влияет на безопасность. Но на самом деле не часто такое можно встретить. Наверное, это больше относится к каким-то военным объектам или где требования по безопасности наиболее высокие. И еще один протокол передачи данных, это же, конечно же, Ethernet. Он удобен тем, что такая система более функциональная, мы можем подключить в любой точке офиса существующую сеть и, возможно, даже удаленно все это дело мониторить. Для чего я это все вам рассказывал? При подборе оборудования лучше использовать протоколы, которые максимально хорошо подходят под вашу задачу. Лучше использовать протокол универсальный, который позволит в дальнейшем заменить контроллер или считыватель на другого производителя, например, если вышла какая-то новая модель или улучшился функционал, чтобы вы не ограничивали себя каким-то одним протоколом. Но я считаю, что Wigand самый такой распространенный протокол. Де-факто это некий стандарт в нашей сфере, который наиболее подходит для профессионалов.